Глубокоуважаемый президиум, глубокоуважаемые коллеги, Светлана Анатольевна поставила мне сверхсложную задачу, но поскольку совсем недавно прошел ЭСМО-конгресс, на котором были, с моей точки зрения, представлены достаточно интересные исследования, и вот с моей точки зрения, не только моей точки зрения, но и экспертов, которые слушали и внимательно наблюдали за происходящим на протяжении вот 16 по 21 сентября, то те фавориты, непосредственно если мы будем говорить об исследованиях в области рака пищевода, пищеводно-желудочного перехода и желудка, это исследование ЧИКМЕД-649, здесь три рукава были представлены: комбинация химиотерапии с ниволумабом против химиотерапии, комбинация только двойной иммунотерапии. Следующее исследование, это китайские, а их на самом деле мы вот тоже также, Светлана Анатольевна, присутствовали на вебинаре с китайскими коллегами. Если у нас один отечественный иммуно-онкологический препарат, то у китайских коллег их три, в том числе синтилимаб в комбинации с химиотерапией против химиотерапии при метастатическом плоскоклеточном раке пищевода. И вот то исследование, которое буквально взорвало интернет, это при колоректальном раке, тройная комбинация химиотерапии бевацизумаба и атезолизумаба против стандартных подходов. Исследование Мая. Применение тимозоламида в последующем введением двойной комбинации при микросателлитном стабильном колоректальном раке и при подавлении гена MGMT. И гепатоцеллюлярный рак. Исследование трансартериальной химиоэмболизации в комбинации с ниволумабом. Итак, остановимся на раке пищевода и пищеводно-желудочного исследования ЧИКМЕД-649. Как мы уже договорились, здесь три рукава шла рандомизация: на рукав просто химиотерапии, рукав комбинации, соответственно, двойной блокады с химиотерапией и, соответственно, только иммуно-онкологический препарат. Первичная и конечная точка для рукава ниволумаба с химиотерапией против химиотерапии — это общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования с учетом PD-L-Express CPS более 5. И вторичные и конечные точки для вот двух рукавов ниволумаб с комбинацией с химиотерапией против химиотерапии. Соответственно, это общая выживаемость при PD-L-SPS больше 1 и общая выживаемость при SPS более 5. И таким образом, что мы получили? Было достигнуто увеличение общей выживаемости при применении ниволумаба в комбинации с химиотерапией у пациентов с PD-L-экспрессией SPS более 5. Это отразилось не только в увеличении общей выживаемости 14,4 месяца против 11 месяцев в группе химиотерапии. Относительный риск, снижение риска смерти составило 30%. До 0,70 hazard ratio, это значит, в голове от 100 отнимаем 70, получается вот эти искомые 30% снижения риска общей выживаемости. Далее, опять-таки, выживаемость без прогрессирования в группе применения ниволумаба с химиотерапией. Здесь мы видим разницу в выживаемости без прогрессирования 8,1 месяца против 6,1 месяца в группе только химиотерапии без ниволумаба. Отношение рисков 0,70, на 30% снижался риск прогрессирования в данной группе. И эффективность — очень важный критерий от статуса микросателлитной нестабильности. И мы видим, как расходятся кривые между зеленой линией и серой. Ну, возможно, у нас могут быть разные цветовосприятия. Тем не менее, в группе, если мы проанализируем общую выживаемость, то она составила 38,7 в группе комбинированной иммунотерапии и химиотерапии, и в группе химиотерапии она составила 12,3 месяца. При этом отношение рисков 0,38, на 62% снижался риск смерти. Кроме того, также хотелось бы отметить, что здесь
не было отмечено увеличение общей выживаемости при применении ниволумаба и в комбинации с ипилимумабом. Когда мы говорим о монотерапии, мы видим отношение рисков вот эти вот 0,89, если мы смотрим на границы от 0,71 до 1,1, статические результаты недостоверны. То есть, когда мы сравнивали выигрыш, что, может быть, только химиотерапия, есть пациенты, которые выиграют от этого, или только от двойной блокады НИВА с ИПИ, таких результатов ожидаемых мы, конечно, не увидели. Но при этом, если говорить о значимом увеличении при применении ниволумаба в комбинации с ипилимумабом при плоскоклеточном раке пищевода, здесь мы видим разницу между комбинацией, двойной комбинацией ниволумаба с ипилимумабом против химиотерапии 13,7 против 9,1. И здесь, кроме того, отношение рисков 0,64 на 36% снижался риск смерти. Теперь про рак желудка. Действительно, на протяжении 11 лет, после того, как исследование ТОГа в 2010 году у пациентов HER2-позитивным метастатическим раком молочной железы было достигнуто увеличение общей выживаемости. По сути, пациенты HER2-позитивным раком молочной железы являются прогностически благоприятными. 16% случается, наблюдается в HER2-экспрессии, и медиана выживаемости составила 16 месяцев. И вот 10 лет прошло, пока мы не получили ожидаемые исследования, соответственно… Так, сейчас, секундочку… ожидаемые исследования по эффективности иммунотерапии, в данном случае речь пошла о двойной комбинации ниволумаба с ипилимумабом у пациентов с микросателлитной нестабильностью. Мы опять посмотрим вот это на правую часть слайда и увидим, что медиана общей выживаемости, по сути, даже не достигнута. 50% пациентов живы на фоне проведения данной двойной комбинации при назначении ниволумаба с ипилимумабом против стандартных режимов химиотерапии. И вот то, что сегодня Александр Константинович говорил, действительно, нам недостаточно знать одного гистологического заключения. Даже в рамках одного гистологического иммуногистохимического подтипа огромное значение имеет профиль, молекулярно-генетический профиль, иммунологический профиль. И здесь вот даже в рамках одного и того же, казалось бы, рака желудка мы прекрасно видим в нашей клинической практике, есть пациенты, которые переживают год, да, и несколько лет, и тогда мы даже готовы пересмотреть, ну как-то так, для желудка пациенты, для рака желудка пациенты живут долго. И вот, соответственно, например, плоскоклеточный рак пищевода, пищеводно-желудочного перехода, он обладает по биологии опухоли схожие признаки с опухолями, например, плоскоклеточным раком головы и шеи. Особое внимание уделяется опухолям, больным, страдающим раком желудка, являющимся носителями Эпштейн-Барра вируса. И здесь также уделяется внимание PD-L-экспрессии и, безусловно, микросателлитной нестабильности, которые крайне важны для выделения данной группы больных и, во-первых, детекции ее, а мы знаем наиболее подходящий метод, это определение микросателлитной нестабильности, еще обращая внимание, ее надо определять именно в первичной опухоли, не в метастатических очагах. В метастатических очагах вероятность обнаружения микросателлитной нестабильности снижается и приближается к минимуму. Итак, еще достаточно важное исследование наших китайских коллег, которое было продемонстрировано на ESMO в 2020, ну, в этом году уже. Опять-таки, китайский
иммуно-онкологический препарат Сентилимаб в комбинации с химиотерапией сравнивался только со стандартной химиотерапией при метастатическом плоскоклеточном раке пищевода. Здесь Сентилимаб в комбинации с химиотерапией Сентилимаб вводился 2 года, а, соответственно, химиотерапии стандартные режимы 6 циклов. Против химиотерапии стратификационные факторы представлены на слайде. Особое внимание уделялось PD-L-экспрессии и наличию метастазов печени, первичные и конечные точки, общая выживаемость при CPS более 10 и общая выживаемость в группе пациентов, в общей группе пациентов, и также вторичные точки, выживаемость без прогрессирования, частота общего ответа, длительность ответа. И что же мы получили? Опять-таки, важное достижение, и с чем хотелось бы поздравить китайских коллег, потому что это отечественный препарат, и всегда это большая гордость, когда, собственно, мы видим, что пациенты, получающие комбинацию Сентилимаба с химиотерапией, выигрывают как в показателях, по показателям общей выживаемости, особенно при PD-L-экспрессии более 10. Здесь медиана общей выживаемости составила 17,2 месяца против 13,6 месяцев. Отношение рисков составило 0,63. На 37% снижался риск смерти. И также увеличение общей, и кроме того, достаточно важный критерий, что мы всегда начинаем, если выигрывает общая выживаемость, но это подтверждается, что увеличение общей выживаемости, оно транслируется в выживаемость без прогрессирования. То есть для нас вот этот, как мы всегда говорим, да, что вот у пациента выживаемость без прогрессирования, в данном случае это важный, опять-таки в копилочку, то, что если у пациента, у пациентов исследований достигается увеличение выживаемости без прогрессирования, все-таки в ряде процентов случаев это может транслироваться увеличение общей выживаемости. И здесь мы видим, что комбинация Сентилимаба в химиотерапии выигрывала, и медиана выживаемость без прогрессирования составила 8,3 месяца против 6,4 месяца. И еще достаточно интересное исследование. Здесь уже Сентилимаб в комбинации с химиотерапией против химиотерапии при метастатической аденокарциноме желудка и пищеводно-желудочного перехода. Здесь опять-таки Сентилимаб в комбинации с Хелоксом 6 циклов против Сентилимаба с капицитабином. Это была одна группа. Это одна группа, вторая же группа плацебо в комбинации с химиотерапией. Что мы получили? И опять, посмотрите, Сентилимаб дает увеличение общей выживаемости при наличии PD-L-экспрессии у больных метастатическим раком желудка, как по критериям общей выживаемости. И здесь она составила 18,4 против 12,9 месяца, отношение рисков 0,66, на 34% снижался риск смерти, но и в общей группе, среди всех рандомизированных пациентов, 15,2 против 12,3 месяца, отношение рисков составило 0,76. Увеличение выживаемости, что еще также хотелось бы отметить, что и при PD-L SPS более 5 прогрессирование, выживаемость без прогрессирования составила в этой группе 7,7 групп месяцев против 5,8 месяца отношения рисков 0,62. И тут даже мы не всегда смотрим на статистическую достоверность, достаточно посмотреть на границы вот этого показателя hazard ratio. И что здесь отмечено? Вот те изменения, ключевые стандарты, если вот так посмотреть глобально, вот последние версии NCCN, то здесь обращается внимание, это действительно важный шаг, потому что
Наверное, это еще было связано вот как на входе в ковид, когда мы в ряде случаев, да и сейчас, наверное, это актуально, меньшее количество обращений пациентов в онкологические центры. И вот здесь как раз-таки транслируется возможность назначения дозы пембролизумаба, в том числе каждые 6 недель, тем самым в дозе 400 мг, внутривенно, тем самым давая возможность пациентам реже обращаться в онкологические учреждения. Ну и по сути, наверное, это улучшение качества жизни. Еще вот то исследование, о котором очень много, наверное, еще будут говорить, о тройной блокаде химиотерапии бевацизумаба и тезолизумаба против стандартных режимов. Это данный вариант рассматривался в качестве первой линии метастатического колоректального рака. И что хотелось бы отметить, что до настоящего момента мы просто комбинации фолфокса с бевацизумабом или же просто комбинации, мы не видели таких значимых результатов. И вот здесь вот какая основная... Основной посыл именно применения изменения режима химиотерапии в комбинации с бевацизумабом и атезолизумабом. И что мы получили в результате? Прежде всего, увеличение выживаемости без прогрессирования в группе тройной комбинации. В данном случае здесь выживаемость без прогрессирования составила 13,1 месяца против 11,5 месяца hazard ratio, 0,69, результаты P вот, статически достоверны, 0, статически достоверны. Что еще важно? То, что особенно в группе при наличии микросателлитной нестабильности, вот здесь вот, соответственно, мы увидим, да, посмотрите, как расходятся кривые. И для тройной комбинации фосфоксивирид, бевацизумаба и атезолизумаба мы видим то, что вообще большинство пациентов не достигли еще 50% рубежа. Увеличение, но тем не менее, вот таких вот... так, сейчас дальше... Даже вот здесь мы скажем такой момент. Да, вот, соответственно. И кроме того, хотелось бы отметить, что при... Так, хорошо. И еще вот, на самом деле, что еще, когда я просматривала ESMO, для меня достаточно важным показалось исследование, касающееся пациентов, рефрактерных к иммунотерапии. И вот как, что сделать, какова причина, есть ли стратегия комбинированного подхода превращения, вот нам Анна Сергеевна говорила, холодной опухоли в горячую. До сих пор мы не получали такого ответа, если мы говорили о колоректальном раке, микросателлитном стабильном. Но что оказалось здесь достаточно важным, что метилгуанин, ДНК метилтрансфераза, она восстанавливает ДНК повреждения вследствие применения алкилирующих агентов. И инактивация MGMT вследствие метилирования приводит к повышенной чувствительности опухоли к алкилирующим агентам, в том числе таким является, по сути, тизоламид. Это все, на самом деле, группы алкилирующих агентов, и цисплатин туда относится, но вот выбран был именно тимозоламид. И индукция гипермутации TMB с высокой мутационной нагрузкой при использовании тимозоламида обуславливает, соответственно, иммунную... повышение иммунной чувствительности микросателлитно-стабильного рака при метастатическом колоректальном раке. И что получилось? Здесь тимозоламид назначался в дозе 150 мг с 5 по 5 день в каждые 4 недели. Исследование это было второй фазы. И дальше, соответственно, назначался тимозоламид в комбинации 480 мг каждые 4 недели в комбинации с ипилимумабом.
не Волмап, сипилимумаб назначал. Что мы получили? В исследовании Мая выживаемость без прогрессирования 8 месяцев составила 36%, у 36%. 36% пациентов достигли, пережили вот эти 8 месяцев, а сама по себе медиана выживаемость без прогрессирования составила 7,1 месяца. Медиана общей выживаемости составила 18,4 месяца, частота объективных ответов 42%. Что здесь достаточно важно, и обращаю внимание, до настоящего момента все-таки для колоректального рака иммунотерапия имеет значение только при наличии микросателлитной нестабильности. И здесь определение PD-L-экспрессии, я еще хочу обязательно подчеркнуть, для колоректального рака не актуально. И не нужно, вот сегодня Евгений Наумович призывал не использовать ресурсы учреждения для назначения вообще неважного маркера. Обращать надо, нам, для нас огромное значение иммуногистохимическое определение микросателлитной нестабильности. И буквально несколько слов о гепатоцеллюлярном раке. Исследования, сюда включались пациенты с промежуточным прогнозом ЧЛПУА, пациентов и здесь, что очень важно, здесь назначалась трансартериальная химиоэмболизация в комбинации с ниволумабом. Посмотрите, соответственно, трансартериальная химиоэмболизация, после нее шло назначение ниволумаба, и так только два цикла, и с последующим назначением уже ниволумаба. Что получилось? Частота объективных ответов составила 71%, а выживаемость без, медиана выживаемости без прогрессирования 6,14 месяца. И в целом, вот уже подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящий момент, если в целом рассматривать стратегии иммунотерапии у больных с опухолями желудочно-кишечного тракта, то здесь мы можем рассмотреть три основных базовых момента. Это наличие базовых вариантов лечения одновременно для различных подгрупп и таргетное лечение для особых подгрупп, и так и сочетание обоих лечебных подходов. Мы здесь убедились и увидели возможность применения тройной комбинации. Более раннее терапевтическое воздействие задолго до значительной опухолевой нагрузки клонального разнообразия возможно позволит достичь наилучшего контроля над заболеванием или полного излечения. Здесь уже, конечно, мы не приводили результаты прошлых лет, точнее, даже больше прошлого года, что вошло в клинические рекомендации, это назначение иммунотерапии в адъювантном режиме для больных аденокарциномы и пищеводно-желудочным переходом при опухолях пищевода. И еще очень важно помнить, и это звучит прям красным таким сигналом, что нам нужно переставать лечить само злокачественное новообразование. Мы лечим пациента со злокачественным новообразованием, основываясь на мультидисциплинарном. У нас появились новые слова «пациент-центрированный подход», когда пациент разделяет ответственность за проводимое лечение, получая всю необходимую информацию, проблемно-ориентированном подходе и максимально индивидуализированном подходе с учетом всей доказательной базы о биологии опухоли и ее реакции на системное лечение. Благодарю за внимание.